друг покупал, которому 18, или ты покупал? Опять же, я покупал. Ты покупал. А что вы голод ходите? Что у нас лет? Нету 18. В пятницу ближе к полуночи силовики разбрелись по Уралмашу в поисках подростков, которые в комендантский час не сидят по домам, а шляются по улицам и подворотням и тусуются в ночных клубах, в полуночных компьютерных залах, в барах и закусочных. Помимо полицейских, инспекторов ПДН, гаишников и росгвардейцев, в ночной операции под кодовым названием «Улица подросток» участвовал и эксклюзивный четвероногий сыскарь по кличке Арчи. Арчи обучен поиску наркотических средств. Арчи уже не раз участвовал вместе с нами в мероприятиях. Полицейские не обошли стороной ночное заведение с совершенно несезонной вывеской «Лето». А в другом ночном клубе лейтенанту полиции, совсем молоденькой сотруднице МВД, пришлось доходчиво разъяснять более зрелым по возрасту администраторам, что никаких поправок 16+ для заведения их пошиба нет и быть не может. Были какие-то поправки о том, что можно с 16, да? Но вы теперь поняли, мы всем клубам разъясняем, здесь нельзя находиться лицам, достигшим возраста 18. Все верно, вот правило. Хождением народ загульный и ночной оказалось не безурожайным. 13 подростков полицейские забрали с собой в дежурную часть ОПА. Пятерым из них не было и 16. Одну из мамаш накажут рублем за неисполнение родительских обязанностей. Как и в прошлый рейд, полицейским попался на глаза совершенно бухой пацан, а девчонку задержали за мелкое хищение в магазине. Погорели по административке и 3 владельца ночных заведений, у которых в клубах зависали малолетки после 10 вечера. Всех уралмашевских подростков, попавшихся на глаза силовикам после наступления комендантского часа, кроме родительской нахлобучки, ожидает и визит в инспекцию по делам несовершеннолетних. Процедура нравоучительная, но суровая по сути, слезливая и стыдливая. Сотрудники городского управления МВД обещают новые тотальные рейды в разных районах города и напоминают малолеткам и их родителям о недопустимости ночных похождений по клубам и улицам, особенно с пивом, полураздетыми по морозцу. Ходить с пивом нормально? Да как это у нас?